В Нерюнгри состоялось выездное заседание коллегии Министерства по делам молодежи и семейной политики, Минспорта и Министерства по развитию институтов гражданского общества. В ходе совещания жители Нерюнгринского района получили ответы на все интересующие вопросы. Ключевым моментом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между министерствами и муниципальным образованием Нерюнгринский район. Галина Якимчак подробнее. О том, что жители Нерюнгринского района заинтересованы в развитии спорта и молодежных движений, говорит только тот факт, что в зале, где проводилось заседание, не было свободных мест. После традиционных докладов спикерам задавались вопросы из зала. Подавляющая их часть касалась спортивной жизни района. Несмотря на то, что районный центр может похвастаться весьма богатой спортивной базой, этого нельзя сказать о поселениях, особенно настолько отдаленных, как Йенгра, Золотинка и Хани. Требуются какие-то специализированные, наверное, тренера. Они у нас есть, просто у нас они все общественники. И все совмещают. Поэтому как бы хотелось, вот мы разговаривали уже, да, обсуждали вопрос, да, с группой своей зной, чтобы просмотреть, допустим, какого-то там тренера нашего, да, закрепить за какое-то спортивное детско-юношеское, ну, школы, допустим, с той же там футбольной школой, которая у нас находится в Нерюнгринском районе. Да, если, допустим, мы предоставим поселок Хани штатом с нашей, с республиканской футбольной школы, ваши общественники, вы мне скажите, откажутся работать на железной дороге и займутся непосредственно работать вот именно... Ну, заниматься именно футболом. Откажутся они или нет? Основными вопросами таких поселений остаются строительство спортивных объектов и кадровое обеспечение. Все они были занесены в протокол заседания и в дальнейшем будут решаться в рабочем порядке. Помимо этого, одной из волнующих тем стал вопрос сохранения этнокультуры ивенков села Йенгра на уровне образования. Особо была отмечена проблема нехватки специалистов в детском саду поселения. Этот вопрос взял на контроль глава муниципального образования Нерюнгринский район. Очень важно, что и детский сад в селе Йенгра и школа. Там работают очень квалифицированные и, знаете, преданные своему делу люди. Мы, конечно, посмотрим обязательно по штатному расписанию, но я хочу сказать, что мы на Йенгру обращаем сейчас очень серьезное внимание в плане... Ключевым моментом мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта и Нерюнгринским районом, а также соглашение между Министерством по развитию институтов гражданского общества Нерюнгринским районом и Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Завершение заседания прошло награждение деятельных жителей Нерюнгринского района присвоением спортивных званий, знаков отличия за вклад и развитие гражданского общества и вручением почетных грамот и благодарственных писем. Галина Якимчак, Дмитрий Горбов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.